Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Пропада кидай, не тай гора премананде. Джая джая Шри Читанья джая Нитьянанда. Джая Двайта Чандра джая гора Бхакта Вринда. Джая джая Шри Читанья джая Нитьянанда. Джая Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда. Джая Джая Шри Читанья Джая Нитьянанда. Джая Двайта Чандра Джая Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, поскольку на следующей неделе будет
день явления Адвайтачари. Мы сегодня почитаем историю, связанную с ним. Как мы знаем, Адвайтачария, он был особой личностью, который пригласил, да, призвал Господа Чайтанью не зайти. Вот, и Адвайтачария совершал долгое время свою ежедневную молитву и медитацию, чтобы привести Кришну сюда, в этот мир, чтобы он наводнил этот мир, да, и освободил все падшие души, наводнил любовью. И на его зов Господь Чайтанья, да, пришел, чтобы наводнить этот мир любовью, распространяя святое имя. И, соответственно, есть история, когда Господь Чайтанья дал особые благословения Адвайте Ачарье. Я думаю, в преддверии его дня явления можно, да, помедитировать на эту лилу. Итак, это Матхья Канда, глава 6, вот, которая называется «Встреча Господа с Адвайтой Ачарьей и явление ему шестирукой формы». Конечно, как только Господь Чайтанья появился, Адвайта Ачарья с женой тут же пошли, да, увидеть этого новорожденного ребенка. В великом экстазе обходил вокруг него. Но так внутренняя энергия Кришны так действовала, что Адвайта потом каким-то образом начал, ну, не сознавать, что это сам Кришна. То есть он все знающий, то есть он тоже Верховный Господь, но даже Господь Баларама, может быть, под влиянием йога-майи, мы знаем это в истории с Господом Брамой, когда Баларама целый год не догадывался, что происходит вообще, что Кришна распространил себя во множество пастушков, телят, и Баларама даже не мог понять. Целый год он ничего не понимал, он думал, что все происходит как обычно. Каждый день он ходил в лес вместе с Кришной, игрался со всеми своими друзьями и не понимал, что это тоже Кришна. Так йога-майя влияла. Только за 5 дней до окончания, за несколько дней до окончания этого года Баларама начал замечать странные вещи. И Вишванатха Такур говорит, что Кришна начал потихоньку убирать с его глаз влияние йога-майи. Баларама догадался, что тут какая-то майя происходит. Но маха-майя не может на меня влиять. Наверное, это майя самого Кришны. Только он может так на меня повлиять. Вот поэтому мы видим, что Адвайта Ачарья, он как будто бы... То есть он... С одной стороны, он, ну, как бы знал, что Господь должен был явиться, но с другой стороны, то есть он иногда смотрел на поведение Господа Чайтаньи, как будто бы не знал. То ли он сознательно скрывал, иногда он что-то такое, так сказать, говорил, но в целом он вел себя очень странно. И вот когда Господь Чайтанья начал проявлять свои проявленные уже игры, Адвайта Ачарья повел себя очень странно. Он в этот момент просто ушел из Навадвипы. Все, наоборот, бежали, да, то есть Господу Чайтанья, а он ушел из Навадвипы. И у Адвайта Ачарьи было такое, как бы, желание, чтобы как Господь призвал его. И он также хотел устроить определенную проверку, чтобы все поняли, что он верховный, а я его слуга, а не наоборот. Потому что Господь Чайтанья, он был в настроении преданным, он всегда почитал Адвайту Ачарью, всегда выражал ему почтение и кланялся ему, вот, и не принимал никакого почтения от Адвайты. И Адвайту, конечно, это немножко расстраивало. Вот. И в этой лиле, то есть он решил уйти к себе в Шантипур и там ждал. Итак, однажды Махапрабху, пребывая в настроении Верховного Господа, с чувством обратился к Рамаю. Рамай — это брат Шивастакура, родной брат. На самом деле в нем воплотился Парватамуни, друг Нарадамуни. То есть есть два мудреца, Нарадамуни и Парватамуни. Они очень дружны, иногда они прям вместе куда-то путешествуют. Два таких космонавта. Вот. И они родились как два брата. Нарадамуни воплотился как Шивастакура, а Парватамуни как Рамай, пандит. Вот. Итак, Господь Чайтанья обратился к Рамаю. Рамай, отправляйся в дом Адвайты и расскажи ему о моем появлении. Господь, которому он так долго молился,
слезно взывал, и ради которого постился сейчас, явил себя. Цель его явления – распространить преданное служение. Ты должен как можно скорее прийти и поддержать его. Это послание, которое он должен был передать Адвайте Ачарье. Адвайте Ачарье ждал этого, да, этой вести. Это было его, не знаю, смысл жизни, это его медитация была. То есть... Поэтому так. Дальше Господь Гауранга да продолжил. К тому же поведай ему в тайне о прибытии Нитянанды. Уже даже Нитянанда пришел на Вадвипу. И обо всем, что ты видел здесь. Адвайта до сих пор сидит в Шантипуре, ждет. Скажи ему, пусть как можно скорее приходит сюда вместе с женой и атрибутами для поклонения мне. Получив указание Господа, младший брат Шивасы, Рамай, с мыслями о Господе Хари, быстро собрался в путь. Рамая переполняли экстатические переживания, и он растерялся, не зная, куда идти. Дорогу не знал. Точно, как пройти в Шантипур, никогда, видимо, пешком не ходил туда. Достаточно далеко, наверное, километров 50-60. Вот, и он, да, подумал так. В общем, дороги не знал. Но благодаря простым указаниям Шри Чайтаньи он добрался до цели путешествия. Просто предался Господу, вот, что нужно идти, и пошел, и пришел прямо в Шантипур. Рамай Пандит предложил Адвайте Ачарье свое почтение, но так волновался и переживал, что не смог промолвить ни слова. То есть Рамай стоял, и чувства его переполняли, ком подкатил горло, да, то есть вот в таком состоянии он предстал перед Адвайте Ачарье. Благодаря своему преданному служению, всеведущий Адвайта все понял и без слов. Пришел посланец с вестью от Господа. Глядя с улыбкой на Рамая, он сказал, «Если я правильно понял, ты пришел за мной». Сложив молитвы на руки, Рамай Пандит сказал, «Тебе ведомо все. Пожалуйста, пойдем скорее». Ачарья Гасани погрузился в экстаз переживаний. Теперь Адвайта пришел в экстаз. Давно ждал до этого. Он растерялся и забыл даже о собственном теле. Кто может понять необычайные качества Адвайты? И хотя ему ведомо все, он повел себя как простой смертный, как будто бы ему ничего не известно. Где сказано, что Верховный... Да, и Адвайта начал говорить. Тот его как бы призывает, что Господь его позвал. То есть он это как догадался, да? И тогда Адвайта начал говорить, где сказано, что Верховный Господь появится среди обычных людей? В каком писании сказано, что Господь воплотится в Надии? Твой брат Шривас знает о моем преданном служении, отречении и духовном знании. Рамай прекрасно знал о качествах Адвайты, поэтому промолчал и лишь улыбнулся ему. Он понял, что Адвайта просто в экстазе. Где, говорится, ну как бы он хочет услышать прославление, да, то есть... Таковы непостижимые качества Адвайты. Он благоприятствует преданным и препятствует негодяям. Далее он сказал, о Рамай Пандит, так скажи мне, какова причина твоего неожиданного явления, прихода, визита? Да. Хотелось посмаковать, да, то есть это... Когда Рамай Пандит понял, что Адвайта Ачарья успокоился, он со слезами произнес следующие слова. Господь, которому ты так долго молился, Господь, которого ты призывал и ради которого ты соблюдал пост, этот Господь появился. Он пришел для того, чтобы распространить преданное служение. Он приказал тебе присоединиться к нему. Возьми 6 предметов, необходимых для поклонения ему. Господь приказал тебе прийти вместе с женой. Туда пришел также Нитянанда Сварупа. Он второе тело Господа, и он твоя жизнь и душа. Ты прекрасно знаешь его. Что еще я могу добавить? Если удача не покинет меня, я увижу всех вас вместе. Как только Адвайта услышал эти слова из уст Рамая, он скинул вверх руки и разрыдался. Рыдая в экстазе, он лишился чувств и рухнул на землю. Все, видевшие это, были поражены. Через некоторое время он вернулся к внешнему сознанию и издал громкий рык. Много раз он воскликнул: «Я привел моего Господа! Я привел моего Господа! Арибоу!» «Моими молитвами Господь нисшел с Вайкунхи!» Выкрикивая это, он рыдал и катался в пыли.
Узнав о появлении Господа, целомудренная жена Адвайты, мать вселенной, заплакала от счастья. Даже малый ребенок Ачютананда, сын Адвайты, и тот зарыдал навзрыд. Плакали все, Адвайта вместе с женой, всеми своими детьми и окружавшая их прислуга. Когда весь дом Адвайты наполнился любовью к Кришне, уже никто не мог разобрать, кто и где плачет. В общем, все плакали. Да, у них все там были чистые преданные, прислуга и все. Адвайта пытался взять себя в руки, но не мог. В экстазе любви к Богу его тело дрожало и раскачивалось вперед и назад, назад и вперед. Он обратился к Рамаю: «Так что повелел тебе передать мой Господь?» Опять. Рамай ответил: «Иди немедленно». Адвайта сказал: «О, Рамай Пандит, выслушай меня. Если он поведет себя как мой Господь, тогда я уверую в него. Если он явит мне свое совершенство и поместит свои лотосные стопы на мою голову, тогда я признаю его как господина моей жизни. Клянусь, это правда». Рамай со сложными ладонями сказал: «О, Прабху, что я могу сказать? Если я достаточно удачлив, то увижу это собственными глазами». Ну, если Адвайта что-то задумал, то так и произойдет. «Твое желание – это его желание. Истинная причина воплощения Господа – это ты». Адвайта Прабху обрадовался услышанному от Рамая и начал готовиться к благостному путешествию. Он сказал своей жене: «Быстро собирайся, возьми все необходимое для поклонения и отправляемся в путь». Целомудренная жена Адвайты знала истину о Господе Чайтанье. Она приготовила сандаловую пасту, цветочные гирлянды, благовония и одежду. К тому же она собрала любимые продукты Господа, такие как сгущенное молоко, йогурт, сливки, масло, камфору и орехи бетеля. После этого Верховный Господь Адвайта Прабху вместе со своей супругой отправился в путь. Он запретил Рамай Пандиту рассказывать Господу о своем появлении. То есть Рамай попал такой, знаете, между двумя огнями. То есть он должен был явиться перед Господом Чайтанье и сказать: «Адвайта не пришел». Адвайта в этот момент спрячется, да, в доме в соседнем, ну, там, на окраине, и будет смотреть, как поведет себя Гауранга. Поверит он, ну, то есть он должен был проявить сверхъестественные способности, то есть распознать это все, и он хотел, чтобы все это увидели, что он Верховный Господь. Таков был план Адвайты. Итак, он запретил Рамаю рассказывать Господу о своем прибытии. Он сказал Рамаю: «Скажи ему, что Адвайта Ачарья не пришел. Я должен знать, каков будет его ответ. Пока я буду тайно жить в доме Нандана Ачарьи, а ты скажи ему, он не пришел». Господь Вишвамбара, пребывающий в сердце каждого, понял намерение Адвайты Ачарьи. Зная о прибытии Адвайты Ачарьи, Господь направился к дому Шивастакура. Почти все преданные Господа Чайтаньи собрались там по воле Господа. Все понимали, что Господь погружен в экстатические переживания. Все собравшиеся были обеспокоены и молчаливо стояли. Затем Господь Тридаша Рая, то есть это так называют в Чайтанье Бхагавате Господа Чайтанью тоже, Тридаша Рая — это тот, кто... Господь всех миров, в общем, всех трех миров. Затем он издал громкий рык и сел на трон Господа Вишну. То есть на алтарь, другими словами, забрался и сел. Харе Кришна. Господь несколько раз произнес: «Надо идет, надо идет». «Надо» — это другое имя Адвайты. «Надо хочет узреть мои совершенства». Нитянанда, зная это желание Господа, исполняя его волю, он взял зонт и держал его над головой Господа. Понимая, что происходит, Гададхара предложил камфору и орехи бетеля. Все присутствующие стали служить Господу, и каждый в своем умонастроении. Кто-то предлагал молитвы, кто-то был занят другими видами служения. Тем временем прибыл Рамай. Прежде чем Рамай смог открыть рот, Господь сказал ему: «Надо, прислал тебя, чтобы меня испытать». Господь покачал головой и сказал: «Надо, пришел. Он прекрасно знает меня и всегда проверяет. Я знаю, что Нанда скрывается в доме Нанданачари, и что он послал тебя проверить меня».
Рамая, конечно, сердце спало, потому что, представляете, обманывать Господа. Он не мог не послушаться Адвайту. Вот, как можно, да, воспрепятствовать. Но и обманывать Господа Читания. В общем, он был в таком непонятном положении. В общем, он пришел, да, и тут, да, Господь Читания, да, эту проблему убрал. Вот, поэтому он вздохнул с облегчением, видя, как Господь, да, проявил свою божественную природу. Итак, Господь сказал: «Быстро ступай к нему и приведи его сюда». И я с радостью говорю это своими собственными устами. Да, то есть Адвайта хотел услышать это, вот передай ему, что я сказал. Радостный Рамай Пандит снова вернулся к Адвайте и передал ему все, что сказал Господь. Услышав его слова, Адвайта Ачарья погрузился в волны экстатических переживаний. Исполняя замысел Господа, он не мешкая отправился к нему. Адвайта Ачарья вместе со своей супругой приближались к Господу, и еще издалека он начал предлагать ему поклоны и возносить молитвы. Они предстали перед Господом, предавшись его лотосным стопам, дарующим бесстрашие, и увидели его бесподобную красоту, очаровывающую всю вселенную. Восхитительная красота Господа затмевала с собой миллионы купидонов, а его сияющее тело напоминало расплавленное золото. Его привлекательное лицо затмевало красоту миллионов лун. Он всегда милостиво благоволил к Адвайте Ачарье. Его руки с всевозможными украшениями напоминали две золотые колонны. Его широкую грудь украшали знак Шри Ватса и драгоценный камень Кауступха. Его красоту дополняли серьги в форме акулы, гирлянды, ваджаянти. Его беспредельное сияние затмевало яркостью миллионы солнц. Рама, богиня удачи, служит ему, его лотосным стопам. А Ананта держит над его головой зонт. Никто не мог понять, что сверкает на пальцах его ног, драгоценные камни или его ногти. Стоя в позе с изогнутым в трех местах телом, он с улыбкой играл на флейте. Да, Господь Читания, да, явил такой образ. Адвайта увидел Господа, его спутников и его ослепительно сияющие украшения. Он увидел существ с четырьмя головами, пятью и шестью головами. Четыре головы у кого? У Брамы. Опять? У Брамы. У Шивы, да. А шесть? У Картикеи. Да, главнокомандующий этих самых полубогов. Итак, он увидел, да, всех личностей, которые предлагали поклоны Господу. Естественно, там были остальные полубоги тоже. Весь свет вселенной, да, выражал почтение Господу. Затем он увидел таких мудрецов, как Нарада и Шукадева, которые с благоговением и почтением предлагали Господу молитвы. Он увидел прекрасную женщину, похожую на Гангу, которая, сидя на акуле, предлагала Господу поклоны. Затем он увидел тысячеголового Ананташешу, возносящего молитвы Господу, и сияющих полубогов, которые отовсюду наблюдали за происходящим. Адвайта Ачарья обернулся и увидел тысячи полубогов, воспевающих у стоп Господа имена Кришны. Те полубоги, на которых медитируют преданные, поклонялись Господу, окружив его лотосные стопы. Глядя на все это великолепие, Адвайта поднялся с земли и застыл, пораженный увиденным. Он увидел великих змеев, украшенных сотнями клобуков, которые воздевали руки к небу, вознося Господу молитвы. То есть есть змеи с руками, да, видимо, полузмеи, какие-то, да, наги. Это божественные. Есть божественные змеи, есть демонические, да, то есть это разные. Эти тоже категории полубогов относятся. Вот. Они воздевали руки к небу, вознося Господу молитвы. Он увидел бескрайнее небо, наполненное божественными колесницами. Все небесное пространство было переполнено слонами, лебедями и лошадьми. Миллионы-миллионы жен змеев возносили молитвы Господу со слезами на глазах, воспевая имена Кришны. Ни на земле, ни на небе не осталось свободного места. В одной из сторон света он увидел множество великих риши, которые предлагали свои поклоны. Глядя на все это великолепие, и Адвайта, и его жена были настолько поражены, что лишились дара речи. Самый милостивый Господь Вишвамбара посмотрел на Адвайту и произнес следующее: «Я не зашел для того, чтобы выполнить твой обет, ибо ты безупречно поклонялся мне.
Я дремал в молочном океане, но твои громкие призывы прервали мой сон. Ты не мог спокойно сносить страдания живых существ и призвал меня, чтобы я освободил их. Все мои спутники, которых ты видишь вокруг, уже приняли рождение благодаря тебе. По твоей милости вайшнавы, которых хотел бы видеть сам возвышенный Господь Брама, теперь доступны взором каждого человека. Услышав эти слова, Адвайта и его жена воздели к небу руки и зарыдали. Сегодня моя жизнь увенчалась успехом. Сегодня исполнились все мои желания. Сегодня моя жизнь и деяния увенчались успехом, потому что я вижу твои лотосные стопы. Адвайта начал изливать свою душу в великом блаженстве. Четыре веды лишь описывают твою славу, но не могут непосредственно видеть тебя. Теперь, благодаря мне, ты показался. Без твоей беспричинной милости я лишен всякого могущества. Кто, если не ты, сможет освободить живых существ? Произнося эти слова, Адвайта Ачарья качался на волнах экстатической любви к Богу. Затем Господь сказал: «А сейчас подготовь меня к приему почестей». Получив указание Господа, Адвайта радостно и со всем тщанием принялся выполнять предписанные обязанности в служении лотосным стопам Господа Чайтаньи. Прежде всего, он омыл лотосные стопы Господа благоухающей водой, после чего умастил их сандаловой пастой. Он погрузил туласи манджари в сандаловую пасту, после чего положил их и другие атрибуты архи к лотосным стопам Господа. Адвайта совершил поклонение Господу с пятью атрибутами, такими как сандаловая паста, цветы, благовония и ги. Во время служения Господу из его глаз катились слезы любви. Он предложил Господу светильник с пятью фитилями, пропитанными ги, и снова предложил молитвы. В завершении он громко воскликнул: «Джая, джая!». Поднеся стопам Господа 16 атрибутов поклонения, он предложил ему цветочную гирлянду, одежды и украшения. Адвайта Ачарья поклонялся Господу в соответствии с предписаниями Панчаратрики. Он предложил свои поклоны, читая следующий стих: «Намо брамани адивая, го брамана хитая ча, джагат хитая кришная, го виндая намо намага». Так он поклонялся Господу Чайтанье, поэтому мы можем этот стих, когда мы повторяем, обращать его к Господу Чайтанье. Это авторитетно. Знаете, да, его? «Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Кришне, который для всех браманов является объектом поклонения, в общем, божеством, объектом поклонения. Он доброжелатель всех коров и браманов, благословляющий весь мир. Я предлагаю свои бесчисленные поклоны личности Бога, известному как Кришна и Говинда». Прежде всего, он предложил поклоны и произнес этот стих, после чего предложил молитвы в соответствии с требованиями различных писаний. В комментарии, да, говорится, что Адвайта Ачарья поклонялся Махапрабху в соответствии с правилами предписаниями Панчаратрики, основанными на писаниях. Чтобы подчеркнуть, что Господь Гаурасундара не отличен от Кришны, он обратился к нему с молитвой: «Намо брамане девая го брамана хитая ча». Когда автор Шичтани Чайтамриты цитирует стих, начинающийся словами «Намо брамане девая», это не противоречит гаура-мантре. То есть это не противоречит тому, что... То есть это не отлично от гаура-мантры, или мантры, которая поклоняется Господу Чайтанье. То есть можно, да... То есть когда мы, да, предлагаем это непосредственно обращение к Господу Гауранге, можно направлять на него эту молитву. Итак, он предложил свои поклоны и произнес этот стих, после чего предложил молитвы в соответствии с требованиями различных писаний. «Джая, джая, сарва, прана, надха, вишвамбара, джая, джая, гоура, чандра, каруна, сагара». Слава, слава вишвамбаре, жизни и душе всех живых существ. Слава Гаурачандре, океану милости. Слава ему, кто поддерживает истинность своих слов своих преданных. Слава Махапрабху, высшему источнику всех воплощений. Слава Господу, очарованному красотой богини Лакшми, дочери океана. Вся слава тому, кто украшен знаком Шивасы и драгоценным камнем Каустубха. Вся слава тому, кто положил начало воспеванию Хари Кришна Махамантры.
Слава тому, кто, наслаждаясь играми, предлагал свое собственное преданное служение и принимал его. И в комментарии говорится, что Махамантра – это Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А здесь говорится Харе Кришна Мантрина Пракаша, то есть проявил Харе Кришна мантру. Вот. Путь Шри Гаурасундара, который положил начало постоянному воспеванию Махамантры, будет всегда прославляем. Это комментарий, да, Бхактисиддханта Сарасвати. Таким образом, всех, кто чинит препятствия на пути воспевания Харе Кришна Махамантры, которое начал Шри Гаурасундара, противопоставляют себя Гауранге. Шри Гаурасундара – это сам Господь Кришна. С намерением научить живые существа поклонению себе, он являет игры, где предлагает себе и принимает свое же преданное служение. Чтобы пробудить в живых существах желание служения, он проводит свои игры в настроении преданного. Да, то есть он сам являет этот пример, чтобы пробудить других, показать пример и пробудить других это же желание служить Господу. Вся слава Махапрабху, который возлежит на ложе Ананты, слава тому, кто является прибежищем всех живых существ. Ты – это Вишну, ты – это Кришна, ты – это Нараяна, ты – это Матсья, ты – это Курма, ты – это Вечность. О Господь, ты – Вараха, ты же Вамана. Каждую эпоху ты нисходишь, чтобы защитить Веды. Ты – разрушитель династии демонов, ты – жизнь Ситы, ты – даровал благословение Гухи и освободил Ахалию. А это здесь о Господе Рамачандре. Ты воплотился как Нрисимхадева, чтобы освободить прохладу и убить Хираньякашипу. Ты бриллиант среди полубогов и лучший из браманов, поэтому ты принимаешь различные подношения в Нилачале. То есть таким образом Адвайта Ачарья являл всем преданным. Они понимали, что это Господь, но кто, что за Господь? Теперь они понимают, так это сам изначальный пришел. Это не просто Нараяна, да, это изначальный Кришна. Четыре веды блуждают в пространствах и тщетно ищут тебя. Скрываясь от них, ты явился сюда. Ты прекрасно скрываешь себя, но твои преданные узнают и раскрывают тебя. Ты явился, чтобы положить начало движению Санкиртаны. Во всех бесчисленных вселенных нет ничего, кроме тебя. Гаури и Шанкара ошеломлены нектаром твоих лотосных стоп. Рама, богиня удачи, полностью поглощена служением этим лотосным стопам. Тысячеглавая Ананта Шеша воспевает славу этих лотосных стоп. Этим лотосным стопам всегда поклоняется Господь Брама, а Шрути, Смрити и Пураны прославляют эти лотосные стопы. Эти лотосные стопы покрывают всю Сатьялоку и голову Махараджи Бали, который поет славу им за одно их прикосновение. Стремительный поток Ганги, который сдерживает Господь Шива, рождается из этих лотосных стоп. Разум Адвайты в миллионы раз превосходит интеллект Брихаспати. Он в совершенстве владеет знанием о главенствующем положении Господа Чайтаньи. Прославляя лотосные стопы Господа, он утопал в слезах любовного экстаза. После этого он во весь рост упал к стопам Господа. Шри Гауранга Рая, сверхдуша всех живых существ, поместил свою лотосную стопу на голову Адвайты. Да, Рамай Пандит увидел то, что, так сказать, хотел Адвайта, все произошло. Как только он водрузил свою стопу на голову Адвайты, раздались оглушительные возгласы «Джая! Джая!». Увидев это восхитительное зрелище, переполняемые радостью, все начали воспевать «Хари! Хари!». Кто-то катался по земле, кто-то хлопал в ладоши, а кто-то громко плакал, заключив друг друга в объятия. Видите, это то, чем отличаются чистые преданные. Они, да, став свидетелем этой сцены, да, переживали такие чувства, а мы сидим, да. Ну, вот еще одна история. Видите, как далеко. На самом деле, даже просто слушая, да, эти повествования, можно переполняться такими же чувствами, да, если наше сердце, да, станет чистым, если там, да, проявится, в конце концов, да, любовь, да, к Господу, то
такие эмоции, да, все преданные переживали, кто катался, кто, ну, в общем, все рыдали, да, переполняем их чувств. Кто-то хлопал в ладоши, кто-то громко плакал, заключив друг друга в объятия. Сердечные желания Адвайты и его жены исполнились, и они обрели лотосные стопы Господа, как того страстно желали прежде. Господь Вишвамбара ободрил Адвайту. «О, надо! Танцуй в моем киртане!» Адвайта тут же, да, встрепенулся. Исполняя желание Господа, Адвайта Газани начал танцевать, проявляя различные настроения преданности. Адвайта был одним из танцоров, который всегда танцевал в разных группах, ну, санкиртаны, в том числе и на Радхаятры. Одна из групп санкиртаны, он был тоже танцор. Вот. Во время шествия Чандукази его сделали танцором первой группы. То есть Адвайта возглавлял, он вел за собой Господа Чайтанью, поэтому он возглавлял, танцевал. Вот. И когда он танцует, танцор вообще это очень важная личность в киртане. Своим танцем он вдохновляет всех и музыкантов, и певцов, в общем, петь экстатично. Если кто-то танцует экстатично, музыканты не могут остановиться. Да, то есть это... Вот это Адвайта Ачарья, да, то есть и Господь Чайтанья попросил, танцуй для меня. Адвайта уже пожилой человек, то есть когда Господь Чайтанья явился, то есть ему было уже за 50, то есть он такой уже в возрасте, и когда старик танцует как ребенок, это просто, знаете, всех восторг, да, охватывает. Я помню, у нас к нам в храм в Ростове, мы арендовали в свое время детский сад, и была большая алтарная. И когда приезжали какие-то духовные учителя, то есть все преданные с региона съезжались. Многие преданные с региона приезжали. Десятки преданных приезжали, и большая толпа преданных, десятки, пару сот преданных, наверное, киртан такой мощный. И однажды приехал из Владикавказа один дедушка. Он до сих пор так же танцует, как и в тот раз, с такими слуховыми аппаратами. В общем, он... первый раз он приехал, да, посмотреть, кто такие преданные. Да. И во время киртана его охватил экстаз. И вдруг он посреди киртана, то есть, ну там молодые ребята, знаете, уже такой второй час киртана идет. Все танцуют, там уже все, да, распаренные, мокрые от, да, от танца. И тут врывается этот дедушка в середину киртана и начинает присядку вытанцовывать вот так. Все преданные в такой экстаз пришли, тоже начали присядку. Так, это, да, такая ассоциация, да, у меня, да, Адвайта Ачарья тоже пожилой. То есть, он, конечно, когда он начал танцевать, это просто вызвало восторг у всех преданных. Под звуки нарастающего киртана, киртан начал нарастать все сильнее и сильнее, Адвайта Ачарья танцевал перед Господом Гаурачандрой. Его танец походил на безумную пляску, которая время от времени менялась, и тогда движения Адвайты становились плавными и красивыми. Ну, можно себе представить, такие вдруг... Потом... Да, Адвайта просто према переполняла его экстаз, счастье, то есть он выражал это в своем танце. Иногда он сжимал в зубах соломинки, да, выражая смирение перед Господом. Он то крутился на месте, то замирал и стоял неподвижно, а иногда он падал и катался по земле. Он то горько стенал, то падал, теряя сознание. Он радостно танцевал, выражая своим танцем всевозможные настроения киртана. На протяжении всего киртана он оставался в настроении слуги при этом. Очень важный момент. Иногда преданные тоже начинают танцевать, но забывают, что это служение Господу, и начинают, да, как бы вот пытаться быть центром внимания, да, то есть всех привлечь, всех хлопают, да. И преданный может, да, забыть о том, что он служит Господу. Очень осторожно надо, да, быть в танце. То есть Адвайта не забывал ни на мгновение, что это он делал для удовлетворения Господа. Господь смотрел, да, на него. Да, мы тоже должны помнить, что Господь смотрит на нас большими глазами, да, с алтаря. Для кого мы танцуем? Итак, на протяжении всего киртана он оставался в настроении слуги. Никто не мог постичь его невообразимую славу. Когда он бросился к Господу и увидел Нитянанду,
Его лицо озарила улыбка, а брови от удивления поползли вверх. То есть он увидел Нинтендо. О, не тайна. До этого он был сосредоточен на Господе Читане, но во время танца он увидел Нинтендо. Улыбаясь, он сказал: «О, Нитай, как хорошо, что ты пришел. Я так долго не видел тебя». Это была их первая встреча. Никогда до этого они не виделись. «Чтобы ты никуда не исчез сегодня, я свяжу тебя». Иногда он обращался к нему, называя Прабу, а иногда обзывал его безумцем. Между Адвайтой и Нитянандой всегда были такие, да, особый диалог. Они все время подшучивали друг на друга и так. Безумец, да, это было не ругательное слово, это прославление было Нитянанды. Он безумен от любви к Кришне, поэтому как пьяный ходит, пьяница, да, тут всякими такими словами. А Авадхута, так он называл Нитянанду. Поведение Адвайты вызвало улыбку Нитянанды Рая. В действительности они составляют единое целое, но ради игр Кришны стали двумя. Я уже рассказывал, как Нитянанда с радостью служит Господу Читани во всевозможных формах. В некоторых формах он дает Господу советы, в других он медитирует на Господа. Он может стать зонтом, постелью или принять форму, в которой прославляет Господа. Все наиболее удачливые души прекрасно знают, что между Нитянандой и Адвайтой нет никаких различий. Все их совместные игры с размолвками – которые вы видите, непостижимые развлечения Господа. Любовный обмен между ними напоминает любовный обмен между Анантой и Шанкарой, потому что они оба любимые формы Шри Кришна Чайтани. То есть Нитянанда и Адвайта – любимые формы Шри Кришна Чайтани. Тот, кто, не понимая природы их качеств, принимает сторону одного, выражая ему почтение, и в то же самое время критикует другого, обречен. Наблюдая за танцем Адвайты, вайшнавы преисполнились экстатическими переживаниями и окунулись в океан блаженства. Когда Господь приказал Адвайте прекратить танец, он тут же остановился, почтительно исполнив повеление Господа. Господь вручил Адвайте свою гирлянду, а затем улыбнулся и сказал: «Проси о благословении! Проси о благословении, Адвайта!» Когда Адвайта не ответил, Вишвамбара повторил: «Проси, проси!» Тогда Адвайта сказал: «Что я могу еще попросить у тебя? Все, чего я желал, уже исполнилось. Я танцевал для тебя, и теперь все мои желания исполнились. О Господь, о чем мне еще просить тебя? Чего еще желать? Я собственными глазами увидел твое воплощение. О чем попросить? Ты сам прекрасно знаешь, чего мне недостает. Есть ли что-то, что ты не смог бы увидеть своим трансцендентным оком?» И что хотел Адвайта? Чтобы все, да, живые существа обрели любовь к Кришне, да, то есть, чтобы все они стали преданными. Это было его желание. Ради этого он призвал Господа. Господь Вишвамбара покачал головой и сказал: «Ты причина моего появления. Я буду ходить от дома к дому и проповедовать воспевание святых имен, пока вся вселенная не начнет танцевать, воспевая мою славу». Как он это делает? Да. Да, есть интересная история, она тоже описана, дальше будет описана в Читании Бхагавати, про Брамачари, Шукламбара Брамачари, который ходил в дома обычных людей, стучался, говорил: «Дайте немножко дакшины». У него был способ, как этих людей, он помогал им накопить бхакти сукрити. Проповедь они не слушали, то есть они были такие, критиковали преданных, унижали их. Но он придумал способ, как им помогать прогрессировать. Он просил горсточку риса, они бросали ему. Потом приходил, мыл этот рис и предлагал на алтаре и молился: «Господь, прими, пожалуйста, это подношение вот этого, 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 вот этих всех людей, они принесли тебе рис, пожалуйста, они твои преданные, вот прими их рис». Так вот он служил. И Господь Читания настолько был покорен его настроением, что и в какой-то момент его пригласили в дом Шивастакура. Туда приглашали только чистых преданных. И Господь в какой-то момент вырвал его рис, мешок с рисом, который был у него, да, за спиной, с этим
это на самом деле третисорный какой-то рис обычно давали, грязный, немытый. Вот он начал есть прям этот сырой, грязный рис. И съел весь рис. Вот, и потом он прославлял этого Шукламбару Брамачари. Вот, и он говорил Шукламбара, когда ты идешь собирать этот рис, я хожу вместе с тобой. Вот, потом, когда ты предлагаешь его, я предлагаю вместе с тобой. И когда вкушаешь, я тоже вкушаю вместе с тобой. Да, то есть, если у преданного есть это настроение проповеди, Господь Гауранга начинает действовать через этих преданных. Вот таким образом, да, проявляется милость Господа Читания. Вот. И, конечно, Господь сам тоже ходил, обошел всю Индию, а теперь он воплотился, как Шрила Прабхупада вновь и вновь говорит, Господь Гауранга в этот век воплотился как движение санкиртаны Господа Читания. Но есть отличие одно, знаете какое? Шрила Прабхупада тоже говорит. Господь Читания очень могущественен, он спас даже Джагая Мадхая. Но это движение санкиртаны, движение сознания Кришны, которое сейчас распространяется на Западе, даже более могущественно, чем сам Господь Читания. Потому что оно освобождает миллионы Джагаев и Мадхаев. Так Шрила Прабхупада, я когда услышал, я аж думал, ничего себе. Ну это действительно удивительно, это происходит. Я уже рассказывал преданным, как однажды Индрадюна с вами пригласил на Вудсток, самый вот этот центральный фестиваль, куда собираются там тысячи хиппи, миллион, ну, десятки тысяч хиппи, даже сотни, может быть, я не знаю. Ну, в общем, огромное количество хиппи приходит туда. Он пригласил туда главу вот этой Нитянанда Вамши, то есть их ачарию сейчас, главного гуру Санпрадаи, который идет от потомков Господа Нитянанды. От Господа Нитянанды непосредственно, линия такая, парампара. Их парампара находится во Вриндаване, то есть там, их община находится во Вриндаване, в районе Шингаравата, недалеко от Радха-Дамодара Мандира, там есть Шингарават, это их как бы такой центральный храм. Там под этим деревом баньяна сидел Господь Нитянанда. И там же Кришна украшал Радхарани, да, эти волосы, поэтому Шрингар. Шрингар означает украшение. Да, то есть Нитянанда сидел под этим деревом, медитировал на игры Господа. Поэтому там вокруг, в общем, да, все дома, это все последователи этой ветви Сампрадаи. И он пригласил главу их приехать на Вудсток. Он сказал, хочешь увидеть Нитянанду? Он прямо сейчас проводит свои лилы. Поехали со мной. Да, и тот приехал на Вудсток, и когда он увидел танцующих хиппи, там, знаете, панки какие-то, он вообще таких людей не видел, ужасных, в молколках всех, танцующих, поющих Хари Кришна, он сказал, Нитянанда здесь, Нитянанда здесь. Вот так вот было удивительно. А? Нет, в Польше проходил, там, в Польше, мы с вами, да, проводит его ежегодно, знаменитый фестиваль был. Вот. Итак, Господь Вишвамбара сказал, я буду ходить от дома к дому и проповедовать воспевание святых имен, пока вся вселенная не начнет танцевать, воспевая мою славу. Я буду распространять преданное служение, ради которого совершают аскезы Брама, Шива и Нарада. Я обещаю тебе это. На самом деле, Господь Читания по-прежнему, это тоже можно очень хорошо понять, если прочитать 9 главу Адилилы Читания Чаритамриты, где описано дерево любви, преданного служения. То есть Господь стал сам этим деревом, он же стал садовником этого дерева, то есть он его, так сказать, поливает, оберегает. Он же стал тем, кто собирает эти плоды, и тем, кто раздает. То есть так. Вот. И как он это делает? Да, через преданных. То есть он фактически, Господь стал этим, то есть там описываются ветви, большие ветви, маленькие веточки, и Господь становится этим деревом. То есть он как бы входит в жизнь преданного, и ну, если преданный действительно присоединяется к этому дереву, то есть значит, разделяет настроение то же самое, да, то есть становится соединенным, то происходит вот это чудо, то есть когда Господь, преданный чувствует, преданный получает полномочия от Господа, другими словами.
Итак, я буду распространять преданное служение, ради которого совершают аскезы Брама, Шива и Нарада. Я обещаю тебе это, Адвайта! Адвайта, да, в блаженстве слушал, да, это благословение. В комментарии Бхактисиддханта Сарасвати добавляет: «Я дарю благом каждого, включая наиболее грешных, даруя преданное служение, любовь к Богу, ради обретения которого такие личности, как четырехголовый Брама и Шива и Нарада совершают аскезы. Я гарантирую тебе это». То есть представьте, то, ради чего Брама, Шива, Нарада, такие великие личности, они аскезы совершают, чтобы это получить. Вот, тысячи, там, сотни, ну, в общем, долгое-долгое время. «Я это буду просто раздавать всем, самым грешным». Вот такое обещание дал Господь Читания. Просто представьте, да, то есть милость. Адвайта ответил: «Если ты будешь...» Да, Адвайта при этом взволновался. Он сказал: «Дорогой Господь, если ты будешь распространять преданное служение, тогда одари им и менее разумных из людей, женщин и шудр». Да, менее разумных не означает, что они прям неразумные. Менее разумных означает, что, ну, они как бы не могут изучать веды, вот, заучивать там все эти, ну, в общем, у них не такой философский склад ума, как там у браманов, которые сидят, там изучают эти ведические писания. Вот. И шудры, они тоже не склонны к изучению чего-то, ну, люди физического труда. Но им тоже даруй, всем, всех займи преданным служением. Адвайта Ачарья, да, в комментарии говорится, очень важный комментарий. Адвайта сказал: «Если ты будешь распространять преданное служение Господу, которое труднодостижимо даже для Брамы, всем и каждому в этом мире, тогда тебе придется одарить этим любовным преданным служением и тех, кто считает, кого считают некомпетентными». Ну, к тому времени, да, особенно после появления Шанкарачарьи, как женщин не подпускали к проведению яги, каких-то поклонению на, алтарь, ну, этим, ну, на алтарях, в храмах. До сих пор в Индии, на самом деле, как бы, там как придерживаются этих старых традиций, потому что очень сильно вошло в традицию. И, в общем, так. Но Адвайта Ачарья хотел другого. Он хотел, чтобы все могли служить Кришне. Все. Вот почему, да, в ИСККОН такое настроение. Все, все могут служить. Всем, да, инициации, вторые тоже. Вот, то есть это все желание, да, Господа, читание. И Адвайта Ачарья, да, вот выражал. Итак, если ты будешь... Тебе придется дарить преданным служением и тех, кого считают некомпетентными. До сих пор большинство людей считают женщин, шудр и глупцов недостойными заниматься преданным служением Господу. Пусть, по твоей милости, такой подход изменится. Подари этим необразованным людям преданное служение Господу Хари. Пусть все грешники, возгордившиеся своей образованностью, богатством, происхождением и аскезами, и те, кто чинит препятствия твоим преданным, и их преданному служению, сгорят дотла, а все остальные, включая собакоедов, танцуют, воспевая твои святые имена и качества. Услышав эти слова Адвайты, Господь издал громкий рык и сказал: «Все, о чем ты просишь, свершится». Очень важная вещь. То есть те, кто занимаются критикой или чинят препятствия преданным, да, то есть они будут разрушать свою жизнь. А те, кто даже собакоеды, то есть даже собакоед считается самый такой деградированный человек. То есть те, кто едят мясо собак, это уже такое какое-то считается уже. Я уж не говорю там всяких тараканов там и так далее. То есть уже еще ниже опустились. То есть это считается самым таким, ну, самым деградированным. Поэтому даже они будут петь в экстазе святые имена. То есть получат милость Господа Читания. Но и те, кто горды своим образованием, горды богатством, происхождением, аскезами, да, и таким образом пытаются смотреть свысока на других, да, ну, гордые люди, и таким образом, по сути дела, чинящие препятствия твоим преданным, они все, да, сгорят, да, то есть они все разрушатся. «Весь мир станет свидетелем этих слов», — произнес Господь Читания, «и милость Господа будет даровано глупцам и падшим». В комментарии говорится, что обреченные люди низшего класса станут доказательством состоявшейся между
Шри Махапрабху и Адвайты Прабху беседы. Даже сегодня люди по мирским понятиям невежественные, способные опровергнуть образованных ученых в любой области знаний благодаря их преданному служению Господу. Да, я помню, мы что там, после школы, там, ну, студенты, вот, просто через несколько там, не знаю, недель или месяцев в преданном служении, я помню, я проповедовал и остановил какого-то профессора. Вот. И, в общем, у меня завязался с ним диалог, я начал ему проповедовать. Тот начал задавать мне вопросы такие, ну, знаете, как ученый. И я легко отвечал на все вопросы, и он такой был удивленный, впечатленный, спросил: «Молодой человек, а где вы получали образование?» Я говорю: «Ну, у нас тут институт есть, университет, да, в Батайске, в подвале там». Ну, я не сказал, что в подвале, я говорю: «У нас университет есть, да, мы там учимся, в общем». А сам подумал, да, удивительно. То есть мы просто читаем книги Шрилы Прабхупады, да, то есть и действительно, это такие знания, которыми обладают даже, ну, как бы ученые, великие ученые, профессора, то есть у них очень ограниченный спектр. Они, конечно, очень, ну, много знают там синусы, косинусы, там физику, атомы, там, в общем, они изощрены, да, в каких-то научных всяких теориях. Но или таких вещей, как, ну, реинкарнация, да, то есть знание законов кармы, то есть законов жизни. То есть преданные, они сразу, да, то есть обретают такие знания. И здесь Бхактисиддханта Сарасвати тоже пишет, что даже не ученые люди, то есть его брахмачари какие-то из деревень, они через некоторое время начинали, да, то есть там всяким ученым ставить их на место. А, то есть так, благодаря, да, такому обучению. Уровень авторитетности, который они обрели во всех областях знания по милости Шри Чайтаньи, несмотря на рождение в низших семьях, является собой наиболее яркое доказательство милости Господа. Еще очень важный момент, который мы должны тоже знать, что Шримад Бхагаватам является квинтэссенцией всей ведической литературы. То есть, другими словами, все темы ведического знания, они в своей, как бы, ну, высшей, как бы, форме проявлены в Шримад Бхагаватам. То есть в каком-то смысле из Бхагаватам исходят все остальные знания. Вот. То есть они, как бы, являются некими, как бы, отражениями или, ну, каким-то частичным проявлением этих знаний или искаженным уже проявлением. На самом деле, а веды являются источником всех знаний на Земле. Даже все материалистические философии, они тоже в той или иной степени основаны, ну, на знаниях вед. В конечном счете. Вот. Изначально есть 6 философских систем, которые являются, ну, такими атеистическими философиями. И из них уже изошли все остальные философии мира, на самом деле. То есть они, это все является эманациями, как бы. То есть все в этом мире, все знания, которые есть, они все в конечном счете исходят из ведического знания. А веды исходят, то есть Бхагаватам является, ну, как бы, квинтэссенцией, то есть сутью, да, всего ведического знания. Вот. Поэтому, соответственно, когда преданный постигает Шримад Бхагаватам, да, то есть он изучает Бхагаватам, он знает все. То есть все науки, как бы, суть всех наук будет ему открыта. И психология, и медицина, и физика, и химия, и все есть Бхагаватам на самом деле. Вот. Дальше уже идет их, как бы, детализация. Но сама суть и понимание источника всего, да, то есть все это связано с Кришной, это все дает Шримад Бхагаватам. Итак, даже собакоеды танцуют и воспевают славу Господа, в то время как бхаты, мишры и чакраварти заняты нападками. В комментарии говорится, что глупые люди, получившие рождение в низких семьях чандалов, танцуют, воспевая славу Шри Чайтаньи. Однако образованные личности, такие как бхатты, мишры и чакраварти, это различные титулы ученых, ведантистов различных, заняты богохульством в адрес Господа Чайтаньи, которое стало их главным занятием. В Уттаракханде Падмапураны, глава 50, говорится: «О богиня, те, кто заняты изучением вед и совершением огненных жертвоприношений, испытывая при этом ненависть к вечному преданному служению, а также те, кто заняты деятельностью, не предписанной ведами, поносят Господа Вишну и его преданных. Тот, кто изучает Писание и бреет свою голову, может лишиться разума
и обречь себя на страдания, если станет поносить Нитянанду. Весь мир обрел любовь к Богу по милости Адвайты Ачарьи. Все эти игры описаны в Матхьяканде. Только Сарасвати, мать Вселенной, знает все о сокровенных беседах между Господом Читаней и Адвайтой Прабу. Эта богиня, присутствуя на языке каждого, постоянно воспевает славу Господа Читани. Я предлагаю свои почтительные поклоны у стоп всех вайшнавов, чтобы они избавили меня от ошибок. В комментарии говорится, что Шрила Вриндаванда Тхакур припадает к стопам всех вайшнавов и умоляет избавить его от возможных оскорблений. Те, чье желание преданного служения Вишну действительно пробудилось, постоянно заняты служением Господу и Его преданным. Никто не должен совершать оскорблений и препятствовать выполнению ими преданного служения. Это нашло свое отражение в идеальной жизни автора. Автор, если атеисты, лишенные... Однако, если атеисты, лишенные преданного служения и испытывающие отвращение Господу Вишну, попытаются незаконно и гордо выставить себя вайшнавами или духовными учителями и честолюбиво пытаются обрести признание среди преданных во главе с Тхакуром Вриндавана Дасом, тогда они, испытывающие зависть к преданным, навечно отправятся в ад. Харе Кришна. Счастливые и радостные Адвайта Гасани и его жена, следуя указанию Господа, остались в городе. Считая Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанду Прабху, своими жизнью и душой я, Вриндаван Дас, пою славу их лотосным стопам. Так заканчивается эта глава. Шри Чайтанья Махапрабху ки джай, нитай гоура премананде. Да, пожалуйста, если что-то хотите. Ну, погромче просто говорите. Это для записи, а так, чтобы все слышали, говорите громче. Да, разберемся. А можно, да, вопрос? Да. Махарадж, а можно вот какое-то пояснение? Я вот слышал, ну, разные формулировки по поводу того, вот, что приходил Господь Читания, и вот как-то, может, вот, хотелось бы поточнее, может, услышать. Есть одна версия, что Хари Кришна Махамантра, она уже была, в другие Кали-юги она тоже есть, но она не, как бы, получается, никак не так работает, что ли, или что-то такое. И именно вот Господь Читания, который пришел к нам, именно и да, также есть формулировка, что Господь Читания, он тоже и в прошлые Кали-юги тоже приходит, только как бы что-то то ли в другом настроении. Да, говорится, что Господь Читания сплел гирлянду из святых имен, нанизал это на нит перемы и одел ее на весь мир. То есть, другими словами, Господь Читания вложил свою прему в ту Хари Кришна мантру, которую мы получаем по парампаре, по в этой Гаура Сампрадая. Именно в эту Кали-югу? Именно в эту Кали-югу. А в прошлое не было Господа Читания. Поэтому там он даже не приходил. Они могли повторять эти имена в настроении там, ну, благоговения, почтения и так далее. То есть другое настроение. Поэтому вместе с Махамантрой мы получаем также настроение. Да, то есть настроение чистой преданности. Вот, жителей Вриндавана, и повторяем святое имя, соответственно, так, Господь Читания раскрыл это все. Поэтому Махамантра, она как бы обрела свое полное как бы могущество, да, то есть так, в по милости период. Господа Читания, да. Ага. Поэтому, то есть говорится, то есть, что почему преданный принимает духовного учителя, да, чтобы учиться этому настроению воспевания святых имен. Вот, и обретать, да, правильное видение, правильное настроение, правильное понимание. Харе Кришна, спасибо за лекцию. А можно спросить, правильно ли я понимаю, что такое любовь, ну, в чем выражается любовь Чайтани? Вот его Махамандра, она просит, о всепривлекающий и радующий Господь, о, энергия Господа, займи преданным служением, да? И в чем? Правильно ли я понимаю, если служишь, значит, любишь? Mm-hmm.
Или в чем вот любовь? Вот говорит, любовь, да, а в чем эта любовь выражается? В служении? Если мы служим, значит, любовь. Да, она выражается в преданном служении, поэтому Шрила Прабхупада говорил, что не просто любовь, он говорит преданное служение, да, то есть Господь Читания подарил преданное служение, наполненное экстатической любовью, да, то есть вот этой преданностью. Бескорыстное, да. Спасибо. Естественно, когда вы чувствуете вдохновение, которое переполняет, вам хочется что-то сделать, а не просто сидеть и как бы смаковать, да, это чувство в сердце. То есть человек не может, он хочет что-то делать. Поэтому оно выражается в том, что я начинаю как бы служить. Все тело должно делать, да? Все да. тело, Прабхупада говорил, в служении нужно занять все тело. Вот язык, тело, ум и речь. У тела, ум и речь. И свою да. душу. Да, да. Так, спасибо да, большое. Так мы спасибо. Занимаем постепенно. Ну, у нас сейчас да, пока смешанный вкус. Уже есть какой-то вкус преданного служения, но и есть еще да, какие-то, в общем, язык больной желтухой, пока не очень чувствует сладость леденцов святого имени. Но постепенно, если принимать регулярно это лекарство, вот, болезнь излечивается, и преданный начинает ощущать вкус да, святого имени. Вот, который перерастает постепенно в экстаз, да, когда преданный 2-4 часа в сутки уже не может остановиться, да, то есть в своем преданном служении. Да, Мадава. Почему джапу хочется повторять еще и еще? То есть, получается, ты начинаешь повторять джапу, и ты такой думаешь, ладно, еще почитаю. Да, то есть планировал 4 круга, а вычитал 10. Супер, вот видите, да. Вот, да, это означает милость Господа, да. Господь проявляется и наполняет твое сердце вдохновением, и хочется служить, да, то есть вот эта вот преданность просыпается. Вот, это как раз доказательство, да, вот так работает Махамантра. Правильно повторяешь, внимательно. Но не гордись этим. Как только загордишься, Махамантра может закрыться, да, то есть так. Будь всегда смиреннее травинки, терпеливее дерева. Оказываю почтение другим, не ожидая почтения к себе, и продолжаю воспевать, служить преданным, служить Господу. Так. Харе Кришна, спасибо за лекцию, Махарадж. У меня вопрос. Если Махамантра переводится «У Кришна, займи меня преданным служением», если у меня уже много преданного служения? А преданное ли оно? Это служение, вот, преданное же, мы молимся, чтобы это служение стало преданным служением. Да, то есть если я ну, как бы не получу милость, если Господь меня не займет, то это будет просто, я буду просто что-то там руками водить, делать вид, что я делаю служение, но я не буду так чувствовать. Господь не занимает меня, да, то есть я как бы не чувствую этой связи. Но если я получаю, да, если я вымаливаю, да, если мое воспевание происходит хорошо, то я тогда чувствую, что Господь, я служу, да, то есть и Господь принимает это служение. Мне даже не надо никакого доказательства, да, то есть я могу это ощущать. Господь занимает меня преданным служением. И это проявится в том, что преданные, да, будут еще предлагать какое-то служение. Мы думаем, о, Господь меня занимает, да, вымолило преданное служение. Так, да. Главное не потерять настроение преданности во всем этом. Поэтому каждый день нам нужно настраиваться на преданное служение. Да, то есть у нас сейчас скорее на спонтанном уровне мы стремимся к удовольствиям, да, то есть вот, чтобы нас тут понаслаждали и так далее. Нам нужно настраиваться, да, то есть Господь, займи меня преданным служением. Вот, даже шага не могу сделать, да, без милости Гуру и Кришны. Ну, такое настроение. Да, и тогда уже приходить в свое служение вот в таком настроенном состоянии и стараться сохранять это настроение. Тогда это преданное служение очень быстро начнет ну, менять нашу, ну, наше истинное эго начнет пробуждаться, а ложное эго растворяться. Да, то есть мы начнем вспоминать свое, да, вот, ощущать себя слугой. Так преданный может подняться над гунами природы, да, достичь трансцендентного уровня и в конце концов да, дальше уже пробудиться к чистому преданному служению. Хари Кришна.
Такой вопрос. Если что-то делаешь эмоционально, понимаешь, что в ситуацию какую-то попадаешь и сразу не можешь отреагировать правильно, то есть уже после начинаешь обдумывать и понимаешь, где ты, что, ну, какую эмоцию выдал не ту и что, как надо было повести себя по-другому, вот в таких ситуациях, особенно в общении с вайшнавами, какой план действий дальше, то есть просто чувствовать раскаяние и просить, и молить Господа о том, что прости меня, вот такую вот то-то, то-то я сделала неправильно. Этого достаточно или, ну, как бы, что нужно делать в таких ситуациях? Ну, это зависит от того, что произошло. Да, то есть, если, например, мы обидели преданного какого-то, да, то есть, ну, нужно тогда что-то сделать, чтобы это нейтрализовать, да, попросить прощения, сказать, ну, просто, да, не сдержала эмоций, вот, и так далее, да. Вот. Постепенно, когда, как бы, вот это вот настроение преданности, оно в сердце все больше и больше раскроется, то даже эмоции такие, даже эмоции, ну, каких-то недовольств, это все равно будет проявление эмоций любви. То есть это другое совершенно. Поэтому преданные будут по-другому тоже воспринимать. Но сейчас нам нужно быть очень осторожным, чтобы наши, ну, как бы, вот эмоции, которые возникают как некие, как бы, привычные сценарии на то, что мне нравится или не нравится, да, то есть я эмоции на что проявляю. Если мне что-то не нравится, у меня эмоции поднимаются. А если что-то нравится, тоже эмоции поднимаются другого плана. Да, то есть это выходит наружу, и я начинаю совершать соответствующие действия. Преданному нужно учиться распознавать эти сценарии в себе, то есть как бы разотождествлять себя с этим и напоминать себе, я слуга на самом деле, я ученик. То есть, да, эмоции у меня бушуют, но я как бы уже как ученик, я начинаю по-другому воспринимать эту ситуацию и стараться, ну, как-то сделать не то, что мне говорят мои чувства или эмоции, да, а делать то, что хотят Гуру и Кришна от меня в этой ситуации. Да, то есть преданный молится, медитирует и начинает служить. Тогда вся ситуация трансформируется. Вот. Это, конечно, легко сказать, но трудно сделать, но тем не менее, если преданный медитирует на это, да, то есть постепенно у него появляется такой иммунитет и развивается настроение ученика и слуги. Собственно, то, чему нам нужно научиться. И это как раз этим отличается преданный уже, ну, на зрелой стадии и на незрелой. То есть на незрелой стадии преданный ведется на поводу, как бы, вот эмоций, чувств каких-то, то есть срабатывает, а потом он хватается за голову и начинает, да, уже исправлять. А зрелый преданный, у него тоже чувства поднимаются, но он, как бы, может не потерять при этом себя и посмотреть на эту ситуацию с позиции, как бы, ученика и слуги, то есть может разосредоточить себя с этим. И все-таки превзойти какие-то свои чувства и постараться делать все правильно. На нашем уровне, если мы еще пока, да, не можем так зрело поступать, то есть если что-то уже произошло, то есть нужно переосмыслить это, посмотреть на эту ситуацию глазами ученика и слуги, увидеть свои ошибки и исправить, да, то есть это все. Если мы это делаем, то постепенно мы начнем обретать иммунитет от того, чтобы не повторять такие ошибки опять. И когда с нами опять что-то происходит, мы, ну, уже как бы будем вспоминать, так, потом придется идти исправлять, да, все, лучше не совершать. Да, теперь я вот сделаю по-другому. То есть мы начинаем уже медитировать, как бы было бы правильно поступить вот в этой ситуации, да, то есть так ученик размышляет над этим всем. Вот, поэтому, ну, на ошибках тоже учатся, ничего страшного нет, то есть все совершают эти ошибки, вот на начальном уровне мы все, как бы, ну, подвержены подобным ошибкам. Но главное, как мы потом это делаем. То есть если мы принимаем настроение ученика и стараемся, ну, как-то исправить ситуацию и делаем какие-то выводы, чтобы на будущее, да, как-то действовать по-другому, начинаем на это медитировать, то это вот признак искренности. И преданные легко прощают такого преданного, если даже была какая-то там обида или еще что-то. Если же преданный это делает просто, чтобы мне же лучше было, да, то есть на всякий случай надо, да, попросить прощения, чтобы, да. А при этом дух наслаждения все равно остается, то есть желания измениться нет. Желание просто, ну, как бы, вот, да, чтобы не было проблем просто у меня. То тогда преданный тоже это почувствует, и он, у него в сердце не родится, да, такого полного прощения. Он скажет, то есть, я тебе не верю. Я тебе не верю, да, скажет, да. Потому что это игра. Я слышала это. Да, да, да. Я не верю в твою рассказ. Да, да, да.
Поэтому искренность означает вот это. То есть я как бы как ученик, я сделал выводы, я понял, да, что это было неправильно, я буду стараться действовать по-другому. И преданный видит и выскажет, говорит, да-да-да, ничего, я понимаю, там, и сразу же откликнется. Потому что вот эта позиция, действительно ну, духовная, да, то есть она сразу же вызывает уважение. Тогда как другая позиция — это какое-то лицемерие, просто такая игра, лишь бы, ну, чтобы я не пострадал, нужно как бы там что-то вот повыслуживаться. Это не служение, не искреннее раскаяние. Харе Кришна, примите мои смиренные поклоны. Спасибо вам большое за лекцию. У меня такой неглубокий вопрос. Вот историю, которую вы рассказывали про Чайтанья Махапрабху и Адвайта Ачарья, а сколько лет было Чайтанья Махапрабху вот в этой истории? Это, ну, примерно. То есть ему, может быть, лет... Я сейчас не могу точную хронологию как бы посмотреть. Ну, где-то... Это до принятия саньясы, может быть, 18 лет. Ну, в таком... Ну, да, я думала, он просто маленьким был или уже... Нет, это уже в возрасте. Он уже получил посвящение у Шварапури, он уже пришел, уже начались киртаны в доме Шивастакура. Уже даже прошел киртан вот этот вот 24 часа в экстазе, как его называют, этот самый Махапракашлила. По-моему, уже прошла она. А нет, еще не прошла. Это в присутствии будет уже, да, Адвайты. Перед этим, да. Хари Кришна. Кеша Махараш, вот хотела уточнить по поводу вот наших каких-то эмоций, да, нашего уровня. Когда мы, ну, то есть вы сказали, что это определенные сценарии, да, и каждый раз мы, ну, как бы Господь, получается, он нас проверяет на нашу искренность, да, вот произошла ситуация, она повторяется, да, допустим, и каждый раз происходит примерно либо одна реакция, либо она постепенно, но меняется. Получается, что на этапе, когда это произойдет, как бы, как говорят, да, что это урок какой-то, ну, мы проходим урок определенный, и на этапе прохождения этого урока, получается, этих ситуаций уже не будет, и, ну, как сказать, происходит, ну, так это и происходит таким образом, наш духовный рост, да, получается, как бы мы через отношения же растем. Да, преданный как бы в этом учится, он обретает зрелость определенную, то есть он, ну, начинает по-другому, он также чувствует эмоции, то есть ему тоже неприятно в каких-то ситуациях, хочется там, не знаю, вот сорваться и так далее, но преданный... Он в этот момент способен как бы не вестись на поводу вот этого вот какого-то бессознательного уже стремления. А в этот момент преданный как бы обращается к Кришне и говорит: «Кришна, я не знаю, то есть вот эта ситуация произошла, в чем тут урок?» То есть он как бы ставит себя в позицию ученика и слуги, то есть желание исполнить волю Господа в этой ситуации, а не вестись на поводу своего вот этого бессознательного какого-то ума, чувств. Ну, то есть в этом зрелость преданного. Если он способен такую зрелость проявлять и делать то, что Кришна хочет, то это признак... То есть на такого преданного нисходит милость Господа в том числе. Вот. Интересно, что на каком же это уровне происходит, кто-то может спросить. Шрила Прабхупада пишет, даже на уровне, когда еще сохраняется привязанность к объектам чувств. Да, если преданный все равно не ведется на их поводу, а, ну, как бы опирается на гуру и Кришну в своем решении, старается делать то, что они бы хотели от него, вот. Такой преданный получает милость Господа, получает силу внутри, вот, и зрелость постепенно. То есть Кришна сам начинает помогать такому преданному. Наша задача просто искренне стремиться к этому. Постепенно-постепенно все проявится. Спасибо. Получается, что я так иногда думаю, что вот я прошла эту ситуацию, и получается, ну, происходит какое-то новое. И по кругу там что-то происходит. Ну, то есть, получается, наша духовная жизнь — это есть духовный рост в разных ситуациях. И как бы таким образом наша зрелость растет, да? И я как-то слышала, что вот, по-моему, Госвами Махарадж, он говорил, что в Махамантре как бы содержится все, то есть она очищает наше сердце, вот, но при этом есть многие люди, там, в частности преданные, они не могут, ну, читать Махамантру,
но при этом они там к психологам, к астрологам ходят, ну, как бы это я, вот, то есть я читаю махамантру, но при этом, как бы, вот эти науки, они, я их использую в жизни, то есть... Они не должны заслонять бхакти, то есть мы можем использовать какие-то, например, если у нас болит зуб, ну, как бы мы пытаемся джапу читать и думаем, при помощи джапы все можно, все проблемы решить. Действительно так, можно, как бы. Но насколько у нас хватит, да, отрешенности от этой зубной боли. Поэтому лучше пойти к врачу, как бы вот. Это же не означает, что теперь как бы хождение к зубному врачу станет выше, чем вот, мы подумаем. Ну, вот это метод, который вот по-настоящему помог, как бы. А бхакти — это что-то вторичное, да, лучше буду к зубным ходить, вот, и все, да, то есть вся слава зубным врачам, да. Ну, это странно будет выглядеть, да, то есть так. Это как некая вспомогательные вещи, то есть если они не покрывают бхакти, а как бы, ну, помогают, то просто, ну, в этом нет чего-то такого плохого. Лучше всего, конечно, с преданными это дело иметь, чтобы они усилили нашу веру в преданное служение, а не... так сказать, не делали нас постоянным клиентом, так сказать, врачей, да, то есть. Вот, поэтому иногда, то есть это полезно, потому что это помогает, ну, разобраться, может, в каких-то своих сценариях ума и правильно их понять, как мы тут, ну, в общем, и перенастроиться, да, то есть правильно на преданное служение, то есть в этом смысл. Вот. Тогда это поможет, да, нашему воспеванию. Но, в принципе, махамантра может все это решить. Но проблема часто преданных в том, что они, как бы, вот, находясь в этом, как бы, ну, болезненном состоянии, могут совершать ошибки, которые блокируют, ну, как бы, это оскорбление святого имени, по сути дела. Да? То есть в сфере взаимоотношений могут совершать ошибки. Те же оскорбления там, и так далее, обиды, претензии, вот все это в уме находится, и это сковывает сердце, и, соответственно, воспевать святое имя становится сложным. Да, и получается, что как бы это чистое, да, воспевание святого имени может помочь и решать, да, все эти проблемы. А так как мы еще не можем, да, так развить такую чистоту в воспевании, да, совершаем оскорбление, то мы как вспомогательные инструменты. Мы должны верить, что именно святое имя нас помогает. И даже врачи — это инструменты в руках святого имени. Так что не думайте, да, что. То есть ни в коем случае нельзя святое имя ставить на второй план. На самом деле, святому имени, в принципе, оно может все само сделать, то есть нет необходимости. Вот. Но чтобы не эксплуатировать святое имя, для того, чтобы мы можем, ну, какой-то там пойти зуб вырвать, там, не знаю, и так далее. Спасибо большое. Если преданные, я называю это, когда преданные это помогают, преданные психологи, это как это сказать, квалифицированная наставническая помощь. То есть они хорошо могут понять вашу проблему и помочь как бы распутать этот узел, показав, где вот тут, в чем проблема, как бы, и правильно помочь это как-то переосмыслить, чтобы, ну, удалить как бы вот это вот, ну, в нашей самбанхе, в нашем восприятии жизни, удалить как бы вот эти вот болезненные какие-то восприятия. В этом смысл. Это помогает, если такой если есть такой квалифицированный преданный. Хари Кришна, большое спасибо вам за возможность соприкоснуться с деяниями Господа и его вечных спутников. И вот в описанной лиле здесь удивительно возникает вот это пример, какое именно служение Господь принимает, но в той форме, которая для нас, конечно, недоступна. И вот что мы на текущем этапе, вот сейчас, в нынешних условиях, как мы можем понять это? Как мы поняли, можем какой, применять? Какое как служение мы... он принимает? Ну, например, он сказал, танцуй для меня. Да, Господь Гауранга сказал своему себе. По большому счету, все они втроем, да, это Вишну-татва. И при этом, то есть, почему именно вот в этих лилах можно понять сокровенное настроение, ну, одно из настроений Господа, потому что он как бы это делает для себя, то есть он настолько знает, что действительно может его удовлетворить. И он показывает здесь, вот, принимая эти человеческие образы, и как мы можем, ну, этот пример в своей жизни применять. Ну, у Господа Чайтаньи два настроения,
как бы сочеталось. То есть он Расика Шикхар и Парама Каруна. Да, то есть Расика Шикхар — это он сам наслаждается этой трансцендентной любовью, то есть сам испытывает этот вкус. И Парама Каруна, он как бы сострадателен к обусловленным душам, желая поделиться этим. Вот это настроение тоже у нас. То есть мы тоже наслаждаемся, воспевая святые имена, устраивая такие вот ретриты святого имени, как сейчас у нас проходит, да, то есть чтобы ощутить вкус, вдохновиться, вот, наполнить свое сердце любовью, преданностью тоже и духом служения. Вот. Но важно также делиться этим, ну, с людьми. Да, то есть как мы это можем делать? Ну, так иначе мы все взаимодействуем с какими-то людьми, можем просто выйти на улицу с книгами, да, то есть или с харинамой, или просто, да, во взаимодействии с людьми стараться так действовать, чтобы у этих людей увеличивалось благочестие, связанное с преданным служением. Как это делал Чандрашекхар, как этот Брахмачари, Шукумбара Брахмачари, да. Да, может, ну сейчас рис, наверное, никто бросать не будет, но... Но... Да. Дайте горсть риса, пожалуйста. Все-таки что, тебе может пакет дать? Риса нет, есть вермишель. Ну давайте вермишель. Скажу, что тут ходят странные люди. Да, там в Индии это традиция, то есть дать горсть риса, это даже сейчас, если вы в Пури, например, идете, то есть там можно видеть, как сидят эти бедные люди, им кидают рис, прям люди идут и бросают им рис. В Пури это особенно видно, то есть там эта дорога к храму, люди специально идут с рисом уже и бросают им просто рис. Ну, кто-то бросает монетки какие-то тоже. Да. Но мы можем как-то, да, либо вовлекать людей в какое-то служение неосознанное, вот, как, например, это делал Джайнанда. То есть он строил колесницу прямо на улице, была это сам, на улице прям делали, люди проходили. И он такой смотрит, идет мужчина, говорит: молодой человек, могли бы помочь здесь вот поддержать доску? И тот раз подержал, он говорит: а вот эту тоже, и тот еще подержал, и вот эту тоже, и уже тот уже там с ним колотит, потом пошли на просад уже там, второй день уже там строят, целая бригада. Он собирал просто с улицы рабочих и делал колесницу. Так. И они потом, да, преданными становились, то есть так, или, ну, как минимум, большой прогресс совершили, да, то есть на пути их преданности. То есть это неосознанное служение, просто поддержать что-то, можете поддержать, да, то есть вот это. Да. Если вы в этом сознании преданного, и вы таким образом молитесь в этот момент: Кришна, прими, пожалуйста, его служение. Ага. Это то, что делал Шукумбара Брахмачари. То есть мы можем как бы в этом плане быть преданным? Вы как связующее звено. Я это же самое советую, например, семейным преданным, у которых, ну, например, у некоторых матаджи мужья не преданные. И они часто входят в состояние такого противоборства в семье. Потому что жена думает, ну, мата же думает, что он не преданный, надо его сделать преданным. А муж думает: она попала в сетку, надо ее сделать нормальной. И вот между ними происходит вот это вот все время. Потому что он чувствует, что она как бы, ну, она, ну, как бы нету единения, да, то есть нету вот этого доверия какого-то, которое было раньше. Вот как только она стала преданной, то есть у нее стало, вот она что-то от меня хочет все время, чтобы я тоже там кланялся или что. Вот. Надо ее от наваждения от этого избавить. Вот. И начинается соперничество. Вот. Но на самом деле правильное настроение – это смотреть на своего мужа, да, то есть, ну, или на жену непреданную, или на мужа непреданного, еще пока непреданного, как на преданного. Потому что мы же знаем, что каждая душа – это преданный Господа. Просто он не сознает еще это, да, то есть он забыл. Вот. И в семье-то очень легко вовлекать в преданное служение. Можешь в магазин сходить? Надо вот, не хватает морковки. А, ну конечно, да. Раз пошел, купил. И вы как бы раз так: Кришна, он принес для тебя продукты, мы приготовили просад, пожалуйста, прими, пожалуйста, да. Все, он будет прогрессировать, неосознанно будет прогрессировать. Закупщик из Да.
Потом можешь там подвезти что-нибудь, да, подвез, там раз, еще что-то, хоп, смотришь, уже тут, уже в храме, тут некоторые мужья тут, да, убирают, делают уже, на огороде тут работают. Но в храм не заходит пока. Я не преданный, я просто помогаю жене. Так, да, так происходит. Постепенно человек, да, занимается сначала неосознанным служением, потом приходит в осознанное состояние, когда его начинает интересовать уже эти темы, он уже где-то что-то услышал, размышляет уже над этим, да, то есть так происходит прогресс. Тут нужно терпеливо просто продолжать. И если преданный начинает так смотреть на своего, ну, мужа, да, или муж на жену наоборот, видя ее как преданным, и видя, что он на самом деле служит. Вот он это сделал, деньги приносит, то есть он занимается служением, то есть сразу возникает уважение. И есть вот это чувство, опять не противоборство, а единение определенно возникает. То есть нормальная семья происходит. Вот. Поэтому преданное служение не должно разъединять людей, да? То есть оно должно наоборот углубить, как бы, да, очистить отношения. То, что должно происходить. И родителей то же самое, да, родителей, да. Понятно, что там будет какое-то непонимание, еще что-то, но можно использовать эти родительские естественные отношения, чтобы помогать им прогрессировать. Это и есть любовь, на самом деле, и забота настоящая. Я подстригернул про родителей. Я тоже со знаками привлекся, у меня как бы, ну, все против, привлекся сознание Кришны, там родители сначала не понимают, там, ну, проходит 5 лет, 10 лет, мы буквально там года 2 назад, у меня мама во Владивосток поехала, они, в общем, там с Владивостока на машине проехали до Новороссийска, ну, у них такой три... Ну, у них они путешествовали такие. Ну, такой, да, практически всю страну проехать, это приключение большое. Да, у них, а там же во Владивостоке классные харинамы. И у меня мама такая снимает, смотри, нормальные какие харинамы, а вы там сделать ничего не можете. Мне мама кричит, снимает Владивосток харинамы, и нам присылает. У меня брат еще, Джинарда, нам как бы тоже преданный. Она ему присылает, смотри, у них пуховики нормальные, а вы что, не можете купить? Он же топит, короче, и прям долго такая. Ну, ей понравилось, то есть раньше как бы они сказали, о, секта. А сейчас прошло это время, и они уже сняли. О, смотри, ваши идут, кричит его. А сама, по сути, это уже и как бы там и ее, потому что, ну, как бы я же сын. Да, и она такая, да. Как, она, ну, переживает, что... чтобы сын там тоже хорошо все сделал. Да, да. Ну, да, или так. Они там думают, там, ну, как бы, да, у них есть какая-то синхронизация определенная, но поскольку... Конечно, да, конечно. Если сын правильно себя ведет, то, естественно, близким, ну, матери будет не безразлично то, чем сын занимается. Да, да. Вот она, естественно, будет, для нее станет ценным. Если это ценно для сына, и она видит, что сын становится лучше, то есть она примет это, скажет, да, он даже будет рада, что он преданный. Это же удача для семьи, если человек становится преданным. То есть он оставляет греховную деятельность, да, то есть даже то, что, о чем люди сейчас, даже религиозные люди сейчас не могут это оставить, да, то есть эти четыре регулирующих принципа, это просто что-то невероятное для обычных людей. Вот, то есть он ведет чистый образ жизни, не ругается, да, то есть, ну, как бы вот качество хорошее проявляется, это же со временем все видно становится. Поэтому любая мать, она будет рада, да, за сына. Если, конечно, преданный глупость не наделает всяких по диафицу. Можно поделиться мне как раз вот по этому поводу? У меня мама с отцом как бы, ну, тоже не принимали лет 15. А потом мне мама звонит таким серьезным голосом, говорит, сынок, ты знаешь, а ведь я счастлива. Я вот смотрю на других, вот он под забором, пьяный. А ты знаешь, я за тебя вообще не беспокоюсь. Вот так вот, таким серьезным голосом так говорит. Вот, говорит, за дочку я беспокоюсь, а за тебя нет. Да, и я прям чувствую, что вот так вот оно. Потому что она чувствует, что у тебя внутри есть этот духовно-нравственный стержень, да. Что ты уже не падешь, что с тобой ничего плохого не произойдет. Любая мать это, ну, сразу почувствует. О, за него я спокойна, а вот за нее, там, за других детей неспокойно, потому что они на поводу своих чувств ума. Да, то есть это означает, что в любой момент их можно занести куда угодно, совершить могут любую глупость. И в тюрьму попасть, еще куда-то, да, то есть, ну, непредсказуемо. Попасть под влияние какой-то компании, там, и так далее. То есть люди всегда переживают за своих детей.
Но если человек становится зрелым преданным, да, то есть все спокойно, то есть этот человек уже, то есть у него есть эта духовно-нравственная ценность, и все сразу становится спокойно, что его никуда, ни в дурную компанию его точно не затянет, вот, деградации не будет, только расцветает, все лучше и лучше становится, то есть ну, все, человек на должном пути. Вот. К сожалению, родители не сразу это понимают, но со временем, да, они начинают это понимать. Да. Да, у меня вопрос, вот продолжение, вот первый вопрос, который был про махамантру, да, что вот читание когда пришел, что именно сейчас вот как-то все по-особенному, да, и, ну, говорится, что в Кали-Югу как бы не очень-то удачливые души рождаются, ну, что раз уж мы попали сюда, да, как-то обстоятельства не очень положительные, но тем не менее, с другой стороны, получается, что наиболее удачливые, как вот это правильно можно понять, ну, то есть именно махамантра, раз она сейчас именно самая такая вот, ну да. Да, поэтому в Бхагаватам говорится, что мудрецы иногда прославляют Кали-Югу. И вот вчера, сегодня один раз Прабху как раз читал этот стих. Я, кстати, на самом деле хотел его прочитать завтра. Украл у меня стих этот, да. Так что мне придется что-нибудь, ну я, может быть, из Гаурангалилы что-нибудь почитаю в качестве исключения. Ну или найду что-нибудь. Вот, то есть говорится, что посреди всех вот этих недостатков есть одно преимущество, которое перекрывает все. Это то, что благодаря воспеванию своего имени человек может достичь даже гораздо большего, чем в другие эпохи. Да, в другие эпохи люди поклонялись Господу, достигали отношений с Ним, но в благоговейном настроении. А сейчас, благодаря милости Господа Читания, открыт путь в Шри Вриндаван Дхаму. Это необычайная милость. И поэтому, конечно, те души, которые рождаются сейчас в человеческом теле, вот, на земле, то есть у них есть большой шанс как бы, ну, получить милость Господа Читания. Если преданные, конечно, не будут сидеть заперти в своих квартирах, никому не делиться ни с кем, тогда у них шанса не будет. А в этой связи, соответственно, однажды Шрила Прабхупада, они шли на прогулки по парку, и один преданный, который недавно был хиппи, он увидел, как его друзья там лежат пьяные или обкуренные где-то там в кустах. Прабхупада со страданием посмотрел на них, они пошли. Прабхупада так сказал, если им улыбнется удача, они тоже, может быть, станут преданными. И преданный шел за Прабхупадой и думал, а что нужно, чтобы им удача улыбнулась? В чем как бы секрет? И он спросил Прабхупада, а как это может произойти? Прабхупада посмотрел и сказал, мы их удача. То есть если преданные не пойдут и им не попроповедуют, то как они, да, то есть они не смогут в этом, да. Так преданный это осознал, да, что на самом деле, да, вот в этом. Поэтому настроение Шрилы Прабхупады такое, то есть как можно большему количеству людей дать возможность хотя бы соприкоснуться с этим движением. То есть даже когда преданные распространяют книги, люди не хотят их брать, хотя бы пускай поддержат, да, эти книги, посмотрят картинки. Это они уже начнут свой духовный путь. Да, то есть это необычное очень движение, тут мистика происходит. Или просто пускай хорошо подумают о преданных, да, скажите им пару теплых слов. У них уже сукрити образуется, да, то есть какое-то благочестие. В следующий раз они уже приостановятся, посмотрят картинки, а потом их возьмут книги. Да. То есть так помогайте людям делать эти, получить милость Господа Читания. Да, уточнить еще чуть-чуть хотел, да, спасибо большое. Ну, говорится же, что вот Господь Читания раскрыл вот это именно отношение. То есть до этого тоже можно было достичь каких-то отношений, но как-то благоговейных, вы говорите, да? А только их, то есть, как сказать, ну, то есть это единственная возможность, то есть именно вот в этот период как бы всех там, ну, тысяч там этих, или какие-то достижения тоже, то есть такое настроение вот там, ну, вот эти расы, их можно было достичь и в другие тоже. Нет, есть другие сампрадаи, и, несомненно, они тоже ведут людей в духовный мир. То есть это, но кратхи Кришне это только через Господа Читания. Я понял. Вот сейчас пройдет эта эпоха, и потом до следующего дня Брамы, да, когда Господь Читания опять явится. То есть достичь, войти в эти сокровенные, понять сокровенные отношения Радхи Кришны можно только по милости Господа Читания и его спутников. Да, то есть так. Они приходят, раскрывают это.
настроение и, по сути дела, дают возможность, да, постичь это. Это великая, величайшая удача. То, о чем, как здесь говорится, молятся Брама, Шива, там и другие народы и так далее, совершают аскезы, чтобы получить возможность вот, ну, как бы войти, что ли, в эти игры. Господь Чайтанья раз в день Брамы, то есть раз в тысячу калиюг. Так что... Лучше не рисковать, и вот тебе... Лучше не оскорблять преданных, да, иначе можно милость не получить. Вот главный вывод сегодня, да. То, что как бы есть какие-то греховные наклонности, могут быть у нас еще, то есть это все пройдет по милости Господа Чайтанья. Но вот оскорбление — это то, что может лишить нас милости Господа, и тогда, соответственно, у нас нет шансов. Да, то есть единственное, как бы. Господь Чайтанья дал Адвайте Ачарье это благословение. Всех одарит, кроме тех, кто ну, совершает оскорбление по отношению к преданным, чинит им препятствия. Так. Конечно, преданные должны стараться так вести себя в обществе, чтобы у людей не возникало такого настроения чинить препятствия преданным. Иногда преданные сами провоцируют такое отношение. То есть в этом случае преданный становится соучастником как бы оскорбления, нужно быть, и тоже пострадает. То есть нужно быть осторожным, то есть правильно вести себя в обществе, среди людей. Вот, чтобы наоборот помогать людям духовно прогрессировать. Да, то есть так. То есть не быть безумными какими-то. То есть нужно учитывать место, время, обстоятельства. Вот, поэтому так, Прабхупада был очень чувствительным всегда к этим всем вещам. Нам тоже нужно учиться такой чувствительности. Вот, а так, милость Господа Чайтанья происходит, можно видеть это во всех городах. В России все больше и больше. Я каждый год объезжаю, каждый год приезжаю и смотрю. Преданные, да, преданные растут, да, люди новые появляются, храмы новые появляются. Ну, в общем, движение, да, идет. Вот. Оно сейчас только-только набирает силу. То есть сейчас у нас только традиции какие-то появляются, какие-то зрелые преданные, зрелые семьи. Ну, в общем, какая-то вот эта зрелость начинает только-только появляться. Да, то есть, представьте, пройдет какое-то количество времени, да, то есть насколько будет могучным движение, когда это будет уже такими, знаете, укорененными, глубокими традициями, социально у нас появится какая-то защита преданных. Очень не хватает социальной взаимоподдержки, когда. Даже вот просто там молодая семья, например, да, то есть они должны там либо в ипотеку в эту влазить, да, то есть либо в кредиты какие-то, чтобы там какое-то жилье получить. Я мечтаю о таком времени, когда, не знаю, будут у нас, чтобы у нас были инвестиции, да, то есть в людей, чтобы они могли, да, получить жилье, ну и как бы устроиться в жизни, чтобы не тратить много энергии, времени, вот отдавать кучу энергии там на какого-то дядю. Чтобы это как-то внутри общества мы могли решать такие задачи. Когда мы это решим, то есть у нас будет, конечно, тогда очень сильное движение общества. Это все впереди еще, то есть нужно решать. Обучение детей тоже, это потихонечку-потихонечку что-то сейчас появляется, но пока как бы еще много, да, всего нужно делать. Именно в социальной сфере, да? В социальной сфере мы пока, да, еще слабы. Вот, но постепенно посмотрим. Нужны, да. Это практично. Да, если мы хотим, чтобы движение оно распространялось широко, эту сферу очень важно тоже. Да. Шрила Прабхупада говорила о варнашрамадхарме, это, собственно, и есть эта среда социальная, где люди, которая не противоречит, не мешает людям развивать бхакти, а наоборот помогает. Общество преданных пока в социальной сфере немножко слабы. А вот как вы считаете, что уже достаточно сильно укоренилось ну, вот в обществе преданных? Как бы, я так понимаю, что общество преданных, оно как бы развивается в разных сферах, и, допустим, знаю, вот Бхактивиданта Свами Махарадж, они акцент делают на обучение внутри преданных, да, общества, также у них есть там обучающие всякие школы, да,
для пока что тех, кто только начинает свой там путь. Также вот у учеников Чайтанья Чандри Чарана Прабу знаю. Я училась в одной из школ, когда еще знакомилась с преданными. Вот. И в связи с этим вот, у меня возник вопрос. Вот, я так понимаю, что ну, на общество нашего времени, на наше поколение налагаются какие-то задачи. Вот. И как вы считаете, какие сейчас стоят вот, перед нашим поколением задачи вот, в этом обществе? Нам, конечно же, нам нужно сейчас проявить какие-то традиции в нашем обществе, то есть создать, у нас должны появиться здоровые семьи, они появляются сейчас, да, то есть сейчас идет такое становление. То есть если в 90-х годах мы думали о том, чтобы как можно больше книг просто распространить, о семьях вообще, даже если кто-то семью заводил, то есть это как падение было, то есть такое вот все, некоторые даже здороваться переставали, да, с падшими грехасками. Ну, были такие, да, фанатизм такой странный. Вот. Потом, соответственно, когда, ну, в общем, пришло время, то есть стало понятно, что нужны нам здоровые и сильные общины, да, то есть сильные связи между преданными друг с другом, то есть вот это все сейчас, ну, как бы созревает, да, то есть мы систему образования пересматриваем в связи с этим. Если раньше образование было в храмах, и преданные просто приходили. Вот этот бхакта-программ, самый старый, так сказать, бхакта-программ, он был взят из Бхактивинанта Мэнера в свое время. А Бхактивинанта Мэнера там просто в храм приходили на 3 месяца жить преданные. И им там в храме, соответственно, объясняли. Первый урок был это, так сказать, 2 линии руководства вот, в обществе, так сказать. Им нужно было да, сразу это понять, потому что они попали в какое-то общество и так далее. Но это не актуально с этого начинать, например, для людей, которые вот только интересуются вот где-то в общине. Им нужны другие знания, как это знание может помочь им в их жизни. Да? То есть, вот, учитывая их уровень, то есть нужно в соответствии с ним давать. То есть, ну, многие вещи пересматриваются сейчас. Вот, даже опять мы сейчас пересматриваем тест на инициацию, на пранаму-мантру. Скоро будет новый тест. Там больше практичных вещей. Например, преданный должен понимать, в каком сейчас социуме он живет. Сейчас время требует это. То есть если мы не будем это учитывать и будем ну, странные вещи какие-то говорить, то это создает определенное отношение к обществу. И мы можем, ну, как бы, это будет тормозить развитие движения и его как бы, принятию данным сообществом людей. То есть здесь нужно как бы, правильное понимание преданных. Вот. То есть такие вещи, практические какие-то вещи тоже преданных должны быть понятия. Вот. И, конечно, нам нужны здоровые какие-то общины и в городах, и в поселения какие-то преданных. Да. То есть все это сейчас. В общем, и, конечно же, проповедь она должна продолжаться, принимать разные формы. Чем более много форм придумает преданный, тем лучше. Да, больше каналов для прихода людей. Ведь этот Шукламбара Брамачари придумал такой метод, как людей в сознание Кришны приводить. Он просто да, использовал свою, то, что он был таким как бы, ну, отшельником, да, то есть браманом. Браманы могут собирать, и отшельники, и не отшельники могут ходить и собирать пожертвования. Это их дхарма. Он использовал свою дхарму, чтобы помогать людям прогрессировать. Вот. Так, точно так же врачи могут использовать свою специальность, чтобы тоже помогать людям прогрессировать. Да? То есть психологи тоже, там, не знаю, учителя тоже, работники. То есть все преданные могут в своей как бы, природе, в своей сфере делать это в сознании Кришны. Вот это и есть восстановление варнашрама дхармы. Да? То есть когда приносится дайви, вот эта божественная энергия, то есть когда мы для Господа начинаем делать, то есть так начинает оздоравливаться общество и постепенно принимать опять здоровые формы. Вот эти все какие-то напыщенные, ненужные вещи, они уйдут, а нужное, наоборот, останется, ценности опять ну, правильные выстроятся, да, то есть так общество оздоравливается. Поэтому вот идет это восстановление. Спасибо. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаур Премананде Хари Гоур. Спасибо большое. Харе Кришна. Джай.